Ребята, здравствуйте! Это вторая часть прохождения зимней карты. Наконец-то вторая часть. Так. В принципе, этих мелких мы почти убили. Думаю, можно скипнуть. Чё он до сих пор идёт? Так, кто там? О, погрузчик. А инженер? А инженер? Инженера нету. Кстати, ребята, а вы помните, что через неделю Новый год? О, боже, что я. Сейчас еще раз повторю. О, господи. Ребята, а вы помните, что через неделю Новый год? То нужно приготовиться к Новому году. Скипуем. 50-я волна, ребята. Ребята, последний волос. Какой сразу босс? Вот он. Ребята, этот босс. Так, в принципе, это займет где-то 5 минут. Можно в автоскиф включить. А, ну лучше выключить. Так. Давайте, ребята, мы сможем. Вы реально издеваетесь? Вы реально издеваетесь? Вы издеваетесь? А, ладно, продаем. Так, ставим. Качаем. Ставим, качаем. Блин. Давайте, ребята, исправимся. Ставим. Тут, конечно, не справляется, но сейчас убьем. Давай, ладно, продаем. Ставим вот здесь вот. Сразу же качаю. Так, ребят, продаем вот этого. А, в принципе, мало. Ребята, я предлагаю под конец ролика поставить дофака. Опа. И все, в принципе. Е, ребята, вы победили. В лобби. И сейчас открою подарок. Если мне, конечно, хватает. Что у меня-то оставалось, конечно, мало. Так, сколько подарков? 210. Вы издеваетесь? 210 подарков. Ну почему? Не... А, подожди-ка. Ребята. Да, мы можем купить. Покупаем, ребята. Да, и здесь. Ребята, это вообще... Ба. Мы сейчас откроем два подарка. Так, оп. Шоп. Покупаем еще один.
И, ребята, у нас остается 210 подарков, у нас 2 подарка. Ах, открываю. Ребята, у меня еще не было Годли. Я пытаюсь выбить этого Годли. Эпик. Ребята, у нас еще один. Пожалуйста. Легендарка. Так, эпиковый продаем. 50 коинов. И, ребята, бонусы сундук. Можем еще открыть обычный. Это просто бонус для ролика, кто его смотрел до конца. Бежим, ребята. И открываем. Ну почему? Что называет своя удача? И, ребята, нам остается всего лишь... Сколько? 12 подарков от... Ну, этих. Ну, вы поняли. Тиры. Надо открыть. Ну, ребята, я хочу вам сказать хорошего, лучшего, наступающего Нового года. И всем пока-пока.